Меньше недели на раздумье осталось у школьников и их родителей, желающих участвовать в кастинге на роль Буратино. Озорного мальчугана, напомню, разыскивает молодежный театр. Там планируют поставить новую версию знаменитой истории. И нужен исполнитель главной роли. Однако, как выяснилось, ищут в театре не только Буратино, но и его друзей Артемона, Мальвину и Арлекино. Донна Мария, Джотто Рафаэлло, Санта Кроче, Пиноккио. Сам сеньор Карабас когда-то был тоже Пиноккио, но после того, как нашел золотой ключик и стал директором театра, его нос стал короче, а живот больше. Ласкала. Принять участие в кастинге могут и девочки, и мальчики. Для этого до 8 февраля надо отправить заявку на специальный адрес Буратино 50. Затем кандидатов пригласят на прослушивание к определенному времени. Проходить они будут 17 и 18 февраля. Требования строгие, как к профессиональным артистам. Показать будущим актерам нужно будет лучшие свои номера. Приготовить песню, стихи или танец. Он должен обладать физической выносливостью, актерской заразительностью, естественно, голосовыми данными неплохими. И чтобы не потерял свою детскую непосредственность, чтобы был озорной, собственно, как и сам Буратино. Партнером проекта станет медиахолдинг ОТВ. Каждый день в программе «Наше утро» с 6 до 9 часов будут показывать фрагменты кастинга. А 1 июня в прямом эфире объявят имена победителей. Тех, кто сыграет Буратино, Мальвина, Арлекино и Артемона. Затем начнутся репетиции. Дата премьеры уже известна, это 1 сентября. Добавлю, что выбирать исполнителей будут профессиональные артисты и деятели культуры. Кроме того, параллельно будет идти народное голосование. На сайте одинобл.ру будут размещены визитки и небольшие видеофрагменты кастинга всех участников. Победителю народного голосования предоставится возможность сняться в небольшом кинофильме, который мы будем в Год кино на телеканале ОТВ снимать. Добавлю, что в театр поступили уже 40 заявок, а все подробности о том, как стать новым челябинским Буратино, в полной видеоверсии пресс-конференции молодежного театра, она уже сейчас доступна на нашем сайте одинобл.ру в разделе «Онлайн ТВ».